Сапепушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое, прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе, поставить царский лайк. И третье, найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Медведь как Панда, и добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы с вами сыграем, ребята, в Roblox Anime Battle Simulator. А тестинг эндинг закончилось тестирование, ребята, и игруха доступна у нас. Ну что, забегаем, глянем, что это такое и с чем это едят. Рыба-карась, игра началась. Аниме Battle Simulator. Вау, нарисовано прикольно. Thank you for CS Battle. Ага. А, это которую я покупал, что ли, нет? Или это не та? Какую-то я за робоксы покупал, но уже что-то не помню. Так, играет приятная музычка у нас. Отлично, отлично, ребят. Все отлично. Так, будем смотреть, будем тестить сейчас, ребята. На эмоциях первый раз. Первый раз все смотрим. Welcome to Anime Battle Simulator. Play an anime. Follow, follow, follow. Так опасно, может содержать какие-то вспышки там. Я нормально, я к вспышкам света привык. Все пучком. Спасибо, что предупредили. Так, наслаждайся игрой, Капанда. О, нифига себе, там какие мимишки выскакивают. Увидели? Увидели? А, музычка приятная. Я не знаю, можно будет ее ставить, нет, или потом вырезать. А то меня потом возьмут за пушистое место одно. Вау, смотрите, как прикольно у нас выглядит менюшка. Сверху у нас Dragon Ball, Naruto и One Piece, да? Здесь моя геройская академия. Все ништяк, все ништяк, ребята. Залетаем, смотрим, будем смотреть вместе с вами. Прям на эмоциях охота, охота глянуть. Ребят, как всегда по традиции, соберем 1000 лайков, значит вам понравилось. И я выпущу вторую серию по этому плейсу. Мы с вами обязательно продолжим снимать. Ну что, погнали. Так, добро пожаловать, дружище, аниме батл симулятор, кроссовер, РПГ, файтинг, клево. Хочешь пройти обучение? Давайте, давайте пройдем обучение. Нет, давайте, наверное, так, что-то. Не, нафиг нам обучение, будем разбираться сами. Так, что у нас тут есть, ребята? Смотрите, у меня какой-то, это класс, наверное, F. Руки, это новичок, первый уровень. Есть у нас ХП, есть у нас энергия, есть у нас экспа. Блин, так это же РПГ, блин, красота. Так, это мы где появились? Нифига себе, водопадик. Я думал, это какая-то приколюшка, блин, а это... У нас какой-то летающий остров. Так, он наверное, Summon Spirit, yet click on the road. Так, короче, можно что-то будет паролить. А что, где паролить можно? Вот здесь, смотрите, Spirit Bar. Товарищ, кто стоит? Ого, лупоглазик, квест вижу. Так, ребята, смотрите, что у нас тут есть? Гоку, Гоку, Гоку. Так, это все из нет, не все из Dragon Ball, да? Android, Урака. Так, камон, и у нас есть ультимейт 0,01%. Хочу его. Вряд ли, конечно, мне дадут. Так, а за что? Он что-то болтает, что ли? Отлично. Мы можем тебя телепортировать. Отлично. Давайте мне кому-нибудь что-нибудь дайте. Мне уже кому-нибудь нахлобучить, что-нибудь посмотреть. Ага. А, куда-то переместиться. Ками Сити. Отлично, ребята. Селек нет. Давайте в лобби. Давайте в лобби. Как мне назад? Как назад тут тыркнуть? Не вижу. Ладно, куда-то мы тпхаемся, ребят. А как там заролить? А как посмотреть? Блин, нифига себе, мы в городе. Обалдеть. Так, у меня хоть что-нибудь есть? Камы Сити. Спириты. Роллерсы. Я могу заролить, ребят. Я могу заролить, видимо, нет. Unlock 450 робоксов. 5 ребердов надо сделать. Реберды еще есть, обалдешечки. Так, это у нас что, сори. Это еще недоступно, понятно. Квесты, понятно, недоступно. Единичка у нас, тренироваться. Мы тренируемся, у нас экспа качается. Смотрите, мы деф. Мы качаем деф, обалдеть, красотули, красотули. Так, и что я прокачал? А дальше что не качается деф? Ну-ка, единичка. Нет, качается. Мы уже первый уровень, ребята, апнули. Так, двоечка, это Стрэндж, наверное, будет качаться у нас. Давай, двойка, левой. Давай, 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 правой. А чё экспа не идет? А где экспа у нас? Где экспулина? Экспулина нет. Меню есть. О, смотрите, Durability, Agility, Willpower.
Rebirth, Chain Title, Reset Stat. Это, наверное, за робоксы, да? Да, это у нас, как всегда, за робоксы. Класс F. Победы. Оружие отдельно есть. Дамаг, не дамаг. О, смотрите, можно поставить. Да погодите меня нарезать. Вижу, я разбираюсь, товарищ. Дайте мне разобраться, дайте разобраться. Где я был? Где я был? Менюшка. Есть оружка. Могу поставить. Екьюб, конечно, поставить. Скорость, время. А, это, наверное, сортировка. Отлично. Предметы. Нету предметов. Скиллы. Стамина, кост, дабл джамп. Ёлы-палы. Интересно, ребята. Интересно же. Аура. Аура. Есть, сори. Нету. Понятно. Бай ролс, бай кредиты, бай геймпасс. Геймпассы. Донатить пока не будем, ребята. Опция. Музыка. О, английский. А русский есть? Нифигашечки выбрать нельзя, да? Лоу график не надо, нам нормально. Пока оставляем, ребята, так. Так, вот это что такое, цешка. Цешка, это, наверное, мои деньги. Так, двоечка. Блин, а как мне оружие-то одеть? Одеть нельзя. А, у меня энергия тратится. Из-за этого, ребята, я там долго, наверное, все это делал. Так, понятно, здорово, братишка. Так, понятно. Вот так вот. Зы-зы-зы, клик, зык-зык-зык, зы-зы-зы-зы-зы. Лобби. Туванту, телепорт. Нет, назад телепортнуться не надо нам. Так, на shift бегать нельзя. Q, C, Ctrl. А что такое? Ctrl. Ночное видение, офигеть. Так, на X бегать. Все, разобрался, ребята. Двойной прыжок на пробел, отлично. Это у нас X. Гум, это у нас... Джим, это у нас этот... Тренажерный зал, по ходу дела. Так, дайте мне зайти. Телек уже забегает. Так, кто-то мне нахлобучит. Иди сюда, будем разбираться с тобой. Иди сюда, нахлобучу сейчас. О, у нас там что-то копится, ребята. Ого, у меня энергия кончилась. Погоди, я энергию тут фармлю. Что, не видишь, что ли? Ха-ха. Красота. Так, я могу здесь побегать? Виталити. Да погоди ты, да капец, как он до меня привязался. Иди сюда, будем с тобой разбираться. А какой он уровень? 46-й, Найди себе ровню, товарищ. Что-то слишком ты какой-то прокачанный. Так, я здесь могу пофармить? Так, он меня убил. Ну понятно, второй уровень, 46-й, конечно. Молодец. Возьми с полки бамбуковый пирожок. Так, ладно, мы назад здесь пока мест не полетим. Хотя там надо было, наверное, что-нибудь заролить, да, ребят? Там же видели, были комонки, не комонки. А, Виталити у нас прокачивается. Смотрите, когда мы бегаем. Так, а если я вот так АФК поставлю? Бежит, ребята! Смотрите, втыкаем зубочистку. У нас что-нибудь качается? Икспа не качается. Энергия не тратится, ничего не тратится. Смотрите, я просто зажал. Да, зато у меня Виталити прокачивается. Ну-ка, в менюшке есть они, статы. Виталити. А, вот это то, что мы сможем раскидать, ребята. А вот это у нас автоматом прокачивается. Видите, мы бегаем. 33. 34. 35. Блин, интересно-то как. Интересно. Блин, будем снимать, наверное, этот плейс, ребят. Не знаю, посмотрим. 1000 лайков. Давайте набираем 1000 лайков. Так, магазинушка. Забегаю я в тебя. Что ты мне предложишь? Магазинушка, как в него зайти? Качается деф. Ну-ка, погодите, а деф качается у нас, когда мы, соответственно, вот так вот, да? По двоечке. Наверное, будут какие-то, ребята, места. Почему не могу? А вот 14. Все понятно. Так, менталити. И стрэндж. Не знаю пока, как качать. Бить куда-то надо, видимо, по ком-то. Как зайти? Почему я не могу зайти? Путите медведя. Медведя внутрь. Внутрь, магазин же есть у нас. Блин, у меня так энергия заканчивается, смотрите, быстро, да? Я не знаю, как купить. Так, и тут, смотрите, в правом нижнем углу каких-то куча скиллов еще есть. Обалдеть, куча скиллов. Но я не могу почему-то магазин заюзать. Почему я его не могу? Не знаю, ребята. Может быть, еще недоступен, либо я что-то не натыркал. Короче, еще пипирка не доросла. Так, здесь с этой стороны смотрим, что есть. Так, это я отсюда пришел, отличненько. Я хочу все-таки в тот тренажерный зал как-нибудь потихонечку забежать. Так, что тут у нас еще есть, ребят? Это будет у нас первая вводная серия, просто на эмоциях посмотреть, что кого. Что это за овощи, с чем его едят. Интересно же, так, там у нас тренажерный зал, здесь кто у нас стоит? Челик, это непись, наверное, да? Артист, понятно. На кого-то похож. Так, здесь что у нас? Крис, Cherry Spirit Tree. Это, короче, какое-то... У нас цветущее, ребята,
дерево, и здесь, видите, ментальность двойная будет, но требуется ментальность вот эта вот у нас уже на 250. Ну, понятно, чем дальше, ребята, мы будем прокачиваться, тем, соответственно, мы будем использовать какие-то более новые локации. Блин, я смогу этому нахлобучить? Нет, ну-ка. Больно бьет, все понятно, я пошутил. Текаем от него, ребята, текаем. Отцепись от меня, я просто хотел протестить. Так, здесь опять, блин, а эти опять штуки здесь везде раскиданы, да, по ходу дела. Так, смотрите, у меня здесь есть тренажерный зал и там. Давайте, может, мы до того добежим. Так, ХП регенится у нас, да, ХП регенится. Сюда я зайти не могу, там кто-то что-то нарезает. Вы слышали какой-то звук? Блин, а карта-то какая большая. Так, здесь опять эта штука, куда-то можно добежать, да, у нас. Вот здесь скиллы меня интересуют. Как мне взять какой-нибудь скилл? Наверное, мы потом с вами, ребята, тпкнемся все-таки. Я хочу сначала в тренажерный зал зайти. Мне надо интересно посмотреть, как мне прокачивать вот эти остальные статы. Так, ну-ка, начнем если бить здесь. Во, у меня сила кончается, ребята, смотрите. И отнимается стамина, да, получается? Зато экспа копится вообще, мам, не горюй. Так, сколько у меня там уже стрэнджа? Стрэндж уже 38, ништяк, можно будет поставить так на автокликер, ребята, уровень, я пропал, у меня уже 4-й уровень получается, обалдешечки, ништяк. Так, ну стопудово тоже там какие-то будут, ну-ка, я могу вперед бежать и колотить, нет, к сожалению, так не получится, блин, они как сосиски болтаются, ха, они хоть полные, нет. Так, а я могу оружку у меня как стоит, оружка у меня просто получается стоит и все, да, дамаг увеличивает и скорость, Но конкретно бить я ей не могу пока, весь. Отличненько. Ладненько. Так, давайте мы Стрэндж тут еще немножечко с вами качнем. Где у меня там сколько Стрэнджа? Полтинник есть? Да, полтинник есть. Отлично. Так, погнали, посмотрим, что еще тут есть, ребята. Так, это все понятненько у нас. Это все понятно. Наверное, мне придется все-таки... Блин, я думал, это магазин какие-то, это кругляши здесь со всех сторон. Так, а я здесь могу как-то вот эти скиллы активировать? Пока, мисс, ребята, без понятия. Так, давайте я сейчас еще немножко здесь пробегу. Надо будет в том в начальную локу еще тпкнуться. Я быстро сюда убежал. Блин, у меня стамина заканчивается вообще. Энергия, точнее. Energy, видите? Так, здоровье 100. Я не знаю, что еще там. Оба-на, новая арена. Гэл, десерт, локер, дурабль, тестинг, фейс. А, понятно, сюда пока мисс у нас нельзя. Отличненько, ребята. И далее еще что-то тут у нас готовится в ближайшем времени. И также обновиться, да? Так, двойной прыжок нету. Так, на X мы выключаем. Сейчас у нас маленечко. Так, энергию надо прокачивать, ребята. Энергии мало. Давайте мы на агилити качнем. А, видите, плюс... так, стамина, так, speed, cooldown, reduce. Health... Tennessee Defense, а это Damage Power. Ну, понятно, это у нас выносливость. Блин, не знаю, все буду качать. Опа, десяточки добавляется, смотрите. Давайте мы все будем качать, наверное, вот так вот я везде буду прокачивать. Ну, это, короче, у нас типа защита и здоровье. Это скорость и колдауны, скорость атаки. А это наша сила вот этих всяких дамага и скиллов будет. Чуть, наверное, типа того. Я пока все, ребята, буду... ровненько прокачивать. Так, двойной прыжок у меня есть. Бегать я могу. Ну, по крайней мере, немного. Капец. Так, у этих 15 уровень тоже. Так, здесь что у нас находится? Так, здесь уже 30 уровень. Они мне тут нахлобучат. Эти ребята мне вообще нахлобучат. Так, магазин. Давайте, ребята, сейчас я до магазина и до начальной локации добегу. Вот он, магазинушка у нас. И я так и не могу в него никак зайти почему-то. Почему я не могу зайти в магазин? Либо где-то я тут что-то туплю, ребят. Напишите в комментариях. Обалдешечки. Так мне и сюда и не пускают. Здесь тоже ничего нету, да? Ладненько, возвращаемся, ребята, назад. Сейчас глянем, что у нас там есть. Давай, товарищ. Опа. Давай, телепохай нас назад. Надо было, может, все-таки там выучить эту инструкцию. Посмотри, что там у нас сначала, да? Так, смотрите, вон у нас есть квесты. И почему здесь не прыгается, не бегается? Animate Manga Club. Отлично, вот еще челик стоит. Can obtain reward master login. А, короче, каждый день заходишь и получаешь награду. Login streak, read better rewards. Так, короче, лучшие какие-то награды. И что, как мне забрать? Join Anime Arm. А, к манге, короче, получить одну... ролл, один ролл вот этот перед, как мы будем ролить. О, там пятый есть еще. Один ролл будем получать, ребята, бесплатно. Если мы вступим в группу. Я пока еще не вступил. Оба-на.
Смотрите, маска какая. Так, это будет доступно скоро. Обалдешечки. Маска какая-то странноватая, правда, немножечко. Так, квесты будут. Отлично, ждем, ребята. Так, это кто у нас? Челик, здорово, челик. А, типа, попрактиковаться? Будешь сильнее там, окей. Да, что попрактиковаться. Блин, смотрите, как клево сделано, да? А, и сейчас, ребята, наверху, смотрите, у нас есть там таблицы лидеров. А также здесь есть Pet Shop. Это значит, у нас есть петы, офигеть. Так, ранг, капец, никого нету, все пусто здесь. Девушка, объясняй, почему пусто? А, потому что мы еще чуть не допилили там. Ладненько, стой здесь, охраняй пустые эти доски. У тебя очень, очень важная миссия. Так, Pet Shop, только не говорите, что опять скоро будет. Дайте мне хоть что-нибудь пощупать уже, посмотреть. Пожалуйста, возвращайся позже, когда будет открыто. Капец, здесь опять ничего нету. Здесь тоже ничего нету, наверное, да? Не знаю. Это жесть. Так, и здесь могу по этому челику... Где у нас? Дамми был, где-то видел. По этому челику могу поколотить? Нет, поколотить не могу по нему. Поэтому могу поколотить? Тоже не могу поколотить. Поэтому могу поколотить? Поэтому могу, он опять что-нибудь скажет. One save it, все понятно, нечего ему сказать. Так, сладненько, а как мне вот здесь заролить кого-нибудь? Что-то я пока не понял, ребята. Так, давайте с этой стороны здесь что-нибудь потрещим. Процесс, сенс, спешл. О, коды еще есть, миллион кодиков пока нету. Короче, пока не работает, понятно, пока мисс у нас не работает. Тест, ребята, все тест. Обратите на Torment Faber. Попрактиковаться. Sorry, арена я still be... Короче, арены тоже нет. Возвращайся позже. А как мне заролить, ребята? Блин, я хочу кого-нибудь попробовать заролить. Только единственное, чтобы мне... Телепортейшн. Нет. Не хочу туда телепортироваться. Нет. Не надо нам это. Ничего не надо. Так, это здесь получается то, что мы можем... А, все. Это, наверное, вот сюда спириты, да. Вот они же роллеры были, да, ребят, что-то я маленько затупил. А, давайте нажимаем, так, у нас 5 реберт. Ладно, пробуем, ролим, ребята, посмотрим, ты уверен? Конечно, уверен. Давайте все три, наверное, мы сольем. Посмотрим, на том, что там по рарности, правда, выпадет. Ролим. И падает нам хера. А, ролл это, экип, костюм. Так, это что у нас? Деку, да, у нас? Деку. Мы сейчас костюм возьмем, деку. И, соответственно, сможем там что-то уже, ребята, пощупать и так далее, да? Я не знаю. О, смотрите, точно, теперь я деку. И моя геройская академия. Это сколько у нас там процентное? О, смотрите, вот здесь у нас еще... Блин, как бы здесь... Вот. Деку. Uncommon, да, 25%, по крайней мере. Ладненько, по крайней мере, пускай так будет. Сейчас я быстренько еще, ребята, забегу внутрь. Посмотрю, что-нибудь у нас изменилось, не изменилось. Там по скиллам, по не скиллам. Надо было сначала заролить, конечно же, да, мне. Смотрите, у нас здесь один город. Я думаю, что здесь потом, видите, у нас здесь этот... есть ползунок, значит, будут появляться другие города, другие локации и так далее, ребята. Это ж прикольно, да? Так, я вот зашел. Это у нас тренировка, это тренировка. О, так я могу прям здесь, что ли, паролить? Я могу прям здесь паролить. Так, этого нету. А скиллы? А где мои скиллы? У нас есть что-нибудь по скиллам? Скиллы. Дэшинг. А, надо выучить. Стамина, кост. Стамина. Вот, точно, я не учил, да? Точнее, я раскидывал. Так. Это что, агилити, наверное? Или куда нам надо? Менталити, дефенс. Где у меня стамина-то? Виталити есть. Дефенс, стрэндж, ментали. Интересно. Так, дабл джамп 30. А, это вот здесь вот стамина. Все понятно. Дэшинг 2 раза. Все понял, ребята. Холд С. Чтобы энергию свою запасать. Ну-ка. 2 раза дэшится. С мы за. А, вот у нас на С ментальность, ребята. Все понятно. Смотрите, разобрался. Так, надо было все-таки прочитать тут, да? Аура. И мы, соответственно, качаем свою. Ментальность, вот у нас уже 10, отлично. Так, скиллы, дабл джамп, это у нас есть. 30 стамины требуется, да? Энергии, да, наверное? Дабл джамп, хопа, да, 30-ка, да? Так, спринтинг, это бежать. X, все понятно, таргет лок. Пресс F, то F, типа, мол... Так, где у нас F? Во, мы челика, смотрите, мы просто взяли его в таргет и теперь постоянно вокруг него бегаем.
Такая система похожая была в Dark Souls и в этих Souls играх. F опять. Это, наверное, на PvP будет удобно. На PvP будет удобно. Блин, а как мне его спереди посмотреть? Я хочу спереди посмотреть, как он так качается. А мне не дают. Вот так вот есть, C нажимаем. Блин, круто как смотрится. Да, ребята, я немножечко уже прокачанный, да? Ауры нету, шоп, понятно. А, опции, да, еще разок глянуть, все. Понятно, либо мы можем вот эти свои характеристики прокачивать, либо что-то делать, ребята. Вот бегать, например, у нас... Что у нас, Виталити, да, по-моему, прокачивается? Капец, меня убили. Сразу же убили. Ладно, буду я, ребята, качаться, короче, потому что здесь непочатый край, всего еще прокачивать, во-первых. Во-вторых, конечно же, потом попробуем что-нибудь по ролям еще. Наверное, либо я их наберу побольше. Смотрите, у меня здесь левел первый. Левел первый, а здесь левел не первый. Здесь четвертый. Обалдеть. То есть еще как-то тут качается, что ли? Смотрите, экспа есть. Прикольно. Прикольно все это, петрушка пахнет-то, да, у нас? Spirit Ability, видите, обилки здесь появятся, надо будет их прокачивать. И, конечно же, какие-то рекомендации. Ну-ка, давайте я хотя бы один уровень сейчас качну быстренько. Давайте мы сейчас быстренько один уровень качнем. Посмотрим, вот этот уровень у меня сейчас четвертый, станет он пятым вот здесь. А там станет ли он вторым, соответственно, либо нет. Смотрите, я сейчас уровень, блин, стамина заканчивается. Капец, энергии не хватает, надо энергию качать, ребята. Энергию надо качать, энергию. Давай еще разок, отжимайся. Плюс 2, дев. И еще разок, давай за папу, за маму. 416 единички. Так, все, у меня уровень. Захожу сюда. Здесь все равно первый уровень. Не знаю пока, как прокачивать, ребята. Буду разбираться, да. Фу, на этом, ребята, я первый видосик буду завершать. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какой у вас здесь класс, какой уровень, докуда докачались, что я здесь посмотрел, что не посмотрел и так далее. Будет интересно почитать. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Ну, а был с вами Бамбуковый Мишка Капанда. Увидимся совсем скоро на просторах Роблокс. Всем покедова!